Следующее слово хочется предоставить нашему другу, брату, товарищу Булачеву Чамдалаеву, общественный деятель. Действительно, очень такое полезное и хорошее мероприятие. Спасибо большое за организацию такого мероприятия нашим братьям Джафаровым. Я считаю, что хотя бы парком раз нужно собираться там с детьми и проводить мероприятие. Конечно же, в первую очередь я бы хотел бы обратиться к родителям. Хочется, чтобы вы почаще общались со своими детьми. Доводили до них, где хорошо, где плохо. А после уже детишки, вы сами тоже должны в первую очередь слушаться своих родителей. После есть учителя, есть тренерский штаб и так далее. Никогда в жизни вам старшее поколение плохого не посоветует. Не посоветует. В данный момент мы находимся в спорткомплексе, у вас есть свои тренера и так далее. Слушайте тренеров тоже своих. Двигайтесь вперед, вам успеха во всех ваших начинаниях. И, конечно же, как здесь выше отметили, для нас, для родителей, для нас, для старшего поколения, в первую очередь, самое главное, чтобы вы были хорошими людьми. Вы должны быть чемпионами человеческих отношений. А после уже вы должны стать выдающимися спортсменами и так далее. Вам желаю успехов, не останавливаться на достигнутом. И для вас должен быть примером вот такое здравое поколение, а не то поколение, которое вы слышали на днях. Опять-таки, огромное спасибо братьям Джафаровым за организацию такого мероприятия. Мира, добра, спасибо.